профиль CD, таких вот нарезал штук, отрезков по 79 сантиметров. Сейчас буду прокручивать вот здесь. Здесь я уже сделал разметку и буду крутить их через 40 сантиметров. Вот, отсюда я стартану и через 40 пошел. Одна, вторая, третья, в общем, сколько их тут, 9 штук, по-моему, или 8, не помню, получается. Но еще я стараюсь не попадать вот где будут лампочки. Это обязательно возле них или на них, чтобы не попадал профиль, иначе потом вы не сможете просверлить отверстие для лампочки. Надо как-то избегать этого. То есть, если видите, что не попадает, значит смещайте туда-сюда, влево-вправо. Вот это обязательно я делаю. Если нету лампочек, тогда без разницы. Здесь я тоже прокрутил. Тоже низ. Здесь никаких не будет перемычек. Сразу же будет гипсокартон. Так, ну перемычки прокручены. Через 40. Единственное вот здесь, в этом районе, вот, пришлось посмещать. То есть тут через 50, чтобы не попало на лампочку. Вчера прокрутил ту сторону, вот эту, полностью почти прошел уже. Вот осталась вот, грубо говоря, вот эта вот сторона, которая на выход. Ну и здесь вот кусок небольшой состыковать. Тут плохо идет дело, потому что приходится не везде, по всей ширине, не везде целые куски по 1,20 м, где-то такие короткие, где-то длинные. В общем, тут я еще полностью не прокрутил, так понаживлял все это дело. Ну как-то так. Можно было отсюда начинать с целого, но тут надо перевязка более-менее, чтобы была. Тут тоже еще даже перемычки не поставил. Как поставлю перемычки, тоже буду шить эту сторону. Ну, сейчас, короче, прокручу вот это вот все дело, потому что тут я наживил. Вот. А потом уже займусь вот этой стороной. В общем, не стал вам показывать полностью, как я тут прокручиваю. Только так, частично. В общем, пока включусь, покажу, когда буду крутить эту сторону полностью. Завершаю. В принципе, ну, смысла нету все показывать, потому что все тоже аналогично, что там, что здесь. Вот. Так. Ну, остался последний штрих. Вот это сейчас прикручу, и еще полоска. Здесь придется вставку вставить. В общем, так целый день и ушел почти. Наконец-то я заканчиваю этот потолок.
наконец-то победил я этот потолок, долгоиграющий. Следующий этап моей работы будет заделка стыков фюллером и сеткой и шпаклевка потолка. После чего установка межкомнатной двери и шпаклевка стен. Следующее видео будет посвящено, как заделать стыки перед шпаклевкой и грунтовкой. Спасибо, что смотрели. Всем пока. До новых встреч.